Служба спасения доносит до каждого горожанина важные правила, которые необходимо соблюдать на воде. Сейчас специалисты освода делают акцент на безопасности рыбаков. Важно понимать, что водоем – это не только место, где красиво и спокойно на душе, но и место, где вас может ожидать опасность. В силу того, что еще нету первого льда, но тем не менее озвучить, напомнить о правилах поведения, о мерах безопасности нашим любителям рыбалки мы обязаны и должны. Значит, в первую очередь, что должен иметь при себе любитель рыбалки? Значит, однозначно, это что? Спасательный жилет. Мы просто призываем однозначно, что любители данных, кто имеет такое хобби, либо любитель, значит, при себе иметь спасательный жилет, и его не то, что иметь, где-то, допустим, он лежит рядышком, да, а рыбак рыбачит. Когда мы задаем вопрос, в чем проблема одеть спасательный жилет? Ну, мы слышим ответ зачастую неудобно. Но это неудобно в 99 случаев спасет жизнь человека. Есть разные плавсредства, особенно если это резиновая лодка, ни в коем случае в целях безопасности, если вы видите, что водоем, где вы рыбачите, не приближаться к корягам, потому что даже однозначно какое-то одно неловкое движение может привести к тому, что ваша лодка может травмироваться, соответственно, где-то может и пробиться. Всегда в лодке нужно иметь при себе какую-то емкость, ведро желательно, в случае чего, если, к примеру, где-то будет пробоина, на какой-то период времени однозначно себе можно помочь. Не стоит забывать о том, что если вы решили поехать и порыбачить в гордом одиночестве, то обязательно нужно иметь при себе средства связи, чтобы в чрезвычайной ситуации была возможность связаться со службой спасения. Значит, еще любители рыбалки с берега, хочу озвучить, однозначно выбирайте безопасные места, потому что, как бы, если уже взрослые люди, они должны понимать, что обрывы, крутые берега, однозначно это не то место, где можно рыбачить. Все того, что даже где-то обрушится данный берег в случае, допустим, если на вас есть спасательный жилет, это, конечно, хорошо. Но зачастую, конечно, это пренебрегают этими правилами, но тем не менее, крутые берега, резкие берега, однозначно, это не то место, где можно порыбачить. В городе у нас, и не только в городе, в области есть очень много красивых мест, предназначенных для отдыха и рыбалки, именно кто любит это дело, мы никого не отговариваем, знаете, как я говорю, но тем не менее, правила безопасности соблюдать однозначно нужно. И знаете, что ни одна, наверное, рыбная ловля не стоит вашей жизни. Спасательный жилет – это главный атрибут любителей рыбалки, независимо от времени года. С 1 января 2024 года 51 человек потерпел бедствие на воде, из них – 3 утонули при рыбной ловле с берега и 2 при подводной. Огорчает то, что даже при таком раскладе некоторые люди пренебрегают важными правилами. А вот опытный рыбак Анатолий Савчук, заботясь о своем здоровье, соблюдает их и может быстро и четко ответить на любой вопрос, касающийся собственной безопасности. Первое средство безопасности, которое должно быть у рыбака. Жилет. Жилет, правильно. Я смотрю, вы молодцы, в жилете. Помните, что даже если поблизости есть пост спасательной группы, ваша безопасность зависит от вас. Вода не прощает беспечности, а потому всегда соблюдайте правила поведения на водоемах и вблизи них.